большим специалистом в области архитектурных решений. Некоторые мои предшественники художниками занимались, поэтами. Мне бы не очень хотелось идти по их пути, значит, и соответствующие эпитеты использовать, сами помните, какие. Вот, но когда речь идет о таком городе, как Петербург, а это не только мой родной город, это все-таки наша вторая столица, очень красивый город, это особое место, все решения должны быть выверенные. И если возникает ситуация, когда значительная часть горожан, причем людей таких титулованных, подготовленных, говорит, это не впишется, но поневоле начинаешь думать, впишется, не впишется.